какой машине мы сейчас производим эксплуатацию наших транспортных средств? Машина Opel Astra. Вот, машина очень хорошая, реально хорошая машина. И, кстати, двигатель 1.4. Почему двигатель 1.4? Потому что это было бы красиво. Знаете, 1.4 турбо. Вау! То бишь, конечно, это тебе не Nissan Skyline 2.5 турбо, на котором отжигать можно, и реально. Нет, это пока не то. Но, в принципе, вот на этих турбовых двигателях вы ездите в тех странах, где бензинчик малость-малость, чуть-чуть по электричке подороже. Хотя, в принципе, и в России каким-то образом можно сказать, что бензинчик тоже уже стал нифига не дешевым удовольствием. То есть 1.4 турбо, а что не ехать, то. Свои возможности по раскрутке спидометра, она работает спокойненько. Да, конечно, это не 3, да, конечно, это не 5, да, конечно, это не 6, оно никаких тараканов не возникает. Ездите спокойно, и самое главное, на финансовую составляющую вашего бюджета это никоим образом не влияет. Можно ли сюда поставить газ? Да легко. Я себе ставил газ на 2.5-литровый турбинный агрегат от Skyline. Получал неземное удовольствие, когда я не тратил те космические деньги, которые я бы тратил на него. Вот машина черного цвета. Вот сейчас мы проедем то место, где раньше такие машины продавались. Помните, да? Джимир Мак. Вот. Вот он как раз. Вот он, видите? То есть... Понимаете, проблема в чем заключилась? Когда Америка решила на нас колбасануть, вот, ну и там у нее очередные тараканы, косяки, 50-е, то есть Форд сказал, да? А я, говорит, на все, кое-что продал там, в действительности Форд вообще, ему настолько фиолетово на свое американское гражданство, да, что он живет абсолютно нормально, ровненько. Вот Крайслер тоже как-то послал нафиг правительство свое, у них это возможно, кстати, у нас нет. Вот, вот, и взяли они этого, с Фиатом они сейчас объединились, вот. А General Motors, в смысле, оно обкакалось. В смысле, то и другое, это нормальные вещи, которые я могу и в интернете выкладывать, и в эфире в том числе. То есть оно продалось государству. А я сказала, а что ты у нас такая Россия навороченная, что ты на себе Крым забрала? А мы сейчас как санкциями придаем, кто от этих санкций потерял. Но я не думаю, что мы сильно от этого дела потеряли по одной простой причине. Я сейчас начинаю хоть есть нормальное мясо. Да. А вот Максим говорит, что нечего терять было, да. Чего мы теряли, блин? Не, ну кто-то что-то потерял, но мы-то ничего не потеряли. Да. Ну и разумеется, раз это все дело попалось под эгиду вот этих санкций типа наших, да? Джимир Мак крикнулся. Я не знаю, кто дальше придет. Потому что Opel уже продали. То есть это уже не GM. Это уже Европа будет этим делом заниматься. Вообще, честно говоря, почему мне Opel всегда нравился? Потому что это были изумительные машины. Реально, вот такие пустые. Вот. Я бы сейчас, конечно, взял бы себе Омегу, универсал. Потому что эта машина офигенная, мягко так скажем. Офигенная машина. Все это знают. То есть цена вопрос этой машинки, да? Вот. Продемонстрирую. 569 тысяч рублей. Машина 2013 года. Ну, машине, грубо говоря, 4 года. Сколько пробежал? Так, насчет пробега. Сейчас буду смотреть. Почему-то я пробега и не вижу. Да не, она вообще немного пробежала. Потому что вы двигатель смотрели, да, она вообще в идеальном состоянии. Машина, я так понимаю, это последний год. Другого пока нет. То бишь, возникает два дивных вопроса. Где вы машину будете покупать? Нас люди решили, а давайте купим машины в дилерских центрах. Ура! Там, тут, поляля, типа, с вашей машиной. Ребят, ну вы ерундой не занимаетесь. Ну не занимайтесь ерундой. Вы что там думаете, кто-то с вашей машиной что-то ее смотрит, поднимает? Да нет, конечно. Поставили ценники, внедрили, так, о, хорошая машина.
чем дилерские центры хороши? Вот, потому что я не вижу машин в идеальном состоянии, которые сейчас продаются. Ну, это сплав металла и пластмассы, да? Хорошие машины я сейчас не вижу практически вообще. То есть даже если мы будем говорить про Мерседесы, это далеко не те Мерседесы. Уж поверьте мне, далеко не те Мерседесы. То есть, ну, а тем более эти двухсотки. Хорошая машина, но она ни в коем случае не джип. Это большой универсал на больших колесах. И вот туда, куда джип лазит, туда лучше не лазить. Я просто это дело сам смотрел. Вот. То есть, ну, нормальные джипы сейчас еще поискать надо. Нормальные машины вы не найдете. Вот. То бишь, ребятки, почему мы говорим про центральную городскую ярмарку? Потому что это клево. Потому что это клево и работает для вас. То есть вы выбираете свою машину. Лично эту машину я бы себе взял. То есть цена вопроса. Это никак не миллион рублей, который сейчас эта машина стоит. В два раза дешевле, почему нет? Небольшой там насколько. Но она вообще как бы стояла просто. То есть, ну, вот в данном случае мы говорим, что эта машина куплена на пенсионера. Да, эта машина куплена на пенсионера. Он на ней не ездил, потому что если бы это был не пенсионный, я бы бюро побольше денег стоял. Но тем не менее, Максим сюда садился, вы все это дело прекрасно понимаете, насколько это было круто. Блин. То есть он не маленький парень так-то, если честно. Ну, вы видите, да? Да легко садился, да легко. Еще далеко поехал, да. Сейчас еще далеко прокатится. Вот. Я считаю, что в принципе мы говорим про центральную городскую ярмарку. Очень хорошее место, где вы можете купить себе и недорогой автомобиль, ну и машину такой в более-менее приличном состоянии, а может быть практически новую машину. То есть такое же часто случается, да, что, ну, человек захотел что-то новое, он хочет старое продать. Вот. Тем более мы сейчас знаем, что в принципе при покупке автомобиля действуют там льготные системы скидок. Почему нет? То есть я бы реально себе такую машину купил. Вот. Потому что, ну, время-то не сильно большое, хотя я в этом году вам покажу ту машину, которую я в действительности приобрел бы для себя. Это Nissan Leaf на электротяге. Ну, вы прекрасно понимаете, как я к этому делу отношусь. А так, господа, приезжайте на центральную городскую ярмарку, ставьте машину, покупайте новую машину и не парьте мозги. Я вам еще раз говорю, вот эти всякие всячины вот дилерских центров вы лучше пройдите мимо. А есть же нормальные места, где вы можете купить себе изумительный автомобиль.